Друзья, приветствую вас на канале Шито-Крыто. Юпитер, самая щедрая планета в гороскопе, зашла в знак финансов и уюта. Это значит, что нас ждет год, полный подарков и приятных сюрпризов. Астрологи предрекают, что май станет настоящим праздником. Так как Юпитер входит в созвездие Тельца, которое отвечает за деньги, покупки и благополучие, приготовьтесь к щедрым подаркам судьбы. Юпитер в Тельце не только разбудит наши аппетиты, но и откроет новые возможности. Готовьтесь к увеличению доходов и новым тратам. Хотите узнать, что ждет вас в ближайший год? Просто вспомните, что происходило с вами в 2011 году. Именно тогда Юпитер в последний раз гостил в Тельце. Возможно, вас ждет повторение приятных событий. Овны, держитесь! Вас ждет головокружительный успех. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор финансов и зарплаты. Это значит, что вас ждет значительное увеличение доходов, повышение на работе, новые возможности для заработка. Помимо этого, Юпитер ждет вас в секторе международных отношений. Вы можете отправиться в незабываемое путешествие, завести друзей за рубежом или начать новый бизнес с иностранными партнерами. Юпитер также дарит вам феноменальный рост самооценки. Вы будете чувствовать себя увереннее и сможете добиться любых целей. Юпитер не только дарит вам финансовый рост, но и помогает вам переосмыслить свои ценности. Вы можете осознать, что для вас по-настоящему важно. Поставить перед собой новые цели и начать двигаться к своим мечтам. Этот период также подходит для того, чтобы вложить деньги в свое образование. Получить новый сертификат и расширить свой кругозор. Тельцы, Юпитер, планета удачи, заходит в ваш знак. Вас ждет год триумфа и признания. Вы будете на высоте во всех сферах жизни. Ваши достижения будут оценены по достоинству. Юпитер также дарит вам возможность получить новую, престижную работу. Повышение по службе. Уважение и авторитет в обществе. Кроме того, Юпитер может изменить вашу внешность. Не бойтесь, если ваш вес немного увеличится. Это просто знак того, что вы живете полной и счастливой жизнью. Вы будете выглядеть более уверенно и солидно. И вы сможете позволить себе больше. Близнецы. Время разобраться в себе. Юпитер ныряет в ваш сектор уединения. Это означает, что вам захочется побыть наедине с собой. Может быть, вы даже отправитесь в путешествие, чтобы побыть в тишине и покое. Вы будете много размышлять о жизни. Юпитер также дарит вам возможность поработать с психологом. Разобраться в своих чувствах и эмоциях. Избавиться от страхов и комплексов. Через год вы почувствуете себя обновленным человеком. Ваша самооценка вырастет. Вы будете смотреть на мир другими глазами и готовы к новым свершениям. Не бойтесь заглянуть вглубь себя. Юпитер поможет вам сделать этот год максимально плодотворным для вашего внутреннего развития. Рак. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор друзей и единомышленников. Это значит, что вас ждет год новых знакомств и плодотворного сотрудничества. Вы найдете людей, которые будут вас поддерживать и вдохновлять. Вместе вы сможете добиться больших целей. Юпитер также дарит вам возможность обрести мудрого наставника, построить крепкие и надежные отношения, расширить свой кругозор. Ваш взгляд на будущее станет более амбициозным. Вы будете четко понимать, чего хотите, и будете готовы к новым вызовам. Не упустите свой шанс. Лев. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор статуса и званий. Вас ждет год головокружительного успеха. Вы добьетесь признания и уважения. Ваши достижения будут отмечены по достоинству. Юпитер также дарит вам возможность получить новую, престижную должность. Стать лидером в своей области. Вдохновлять и мотивировать других людей. Ваша известность может значительно возрасти. Вы будете на виду у всех. Ваше мнение будут ценить. Дева, приготовьтесь к незабываемому путешествию. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор путешествий. Вас ждет увлекательная поездка за границу. Новые впечатления и открытия. Расширение кругозора. Юпитер также дарит вам возможность получить образование за рубежом. Найти нового учителя или наставника. Переосмыслить свои ценности. Ваше мировоззрение станет шире. Вы будете смотреть на мир другими глазами. Станете более терпимыми и понимающими. Вы будете расти как профессионально, так и лично, и станете более уверенными в себе. Весы. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор кризиса и крупных финансов.
Это значит, что вас ждет год перемен и трансформаций. Вам придется решать важные вопросы, связанные с деньгами. Вы сможете улучшить свое финансовое положение. Юпитер также дарит вам возможность получить крупную сумму денег. Например, взять кредит или ипотеку на выгодных условиях. Начать инвестировать. Также вы можете столкнуться с кризисом в своей жизни. Это может быть связано с работой, отношениями или деньгами. Но этот кризис станет для вас трамплином к новым вершинам. Вы сможете лучше понять себя и разобраться в своих чувствах и желаниях. В этот период может появиться интимная связь, которая станет яркой и судьбоносной для вас. Эти отношения будут вас вдохновлять и мотивировать. Не бойтесь перемен. Юпитер поможет вам сделать этот год максимально плодотворным и интересным. Скорпион. Ваш год настал. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор партнеров и клиентов. Это год новых знакомств и плодотворного сотрудничества. Вы будете в центре внимания. Ваши идеи будут востребованы. Юпитер также дарит вам возможность встретить свою любовь. Улучшить отношения с партнерами. Расширить свой круг общения. Вы будете пользоваться большой популярностью. Вас будут ценить и уважать. Сможете добиться успеха во всех своих начинаниях. Если вы ищете работу, то вам повезет найти престижную работу с высоким доходом. Если вы хотите выйти замуж, то это ваш шанс. Вам сделают предложение руки и сердца. И вы будете счастливы в браке. Стрелец. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор здоровья и рутины. Вас ждет год плодотворной работы. Вы будете много трудиться. Ваши старания будут вознаграждены. Юпитер также дарит вам возможность улучшить свое здоровье. Найти нового врача, который вам поможет. Выработать полезные привычки. А также вы будете полны энергии и сил и сможете справиться с любыми задачами. На работе возможно повышение, и вы будете гордиться своими достижениями. Козерог. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор детей и творчества. Это год новых возможностей. Вы сможете реализовать свои мечты и будете счастливы. Юпитер дарит вам возможность стать родителями. Начать свой бизнес или реализовать свой творческий потенциал. Вы будете полны энергии и сможете воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. Ставьте перед собой амбициозные цели. Не бойтесь рисковать и будьте щедры с близкими. Помните, Юпитер на вашей стороне. Водолеи. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор недвижимости и семьи. Вас ждет год перемен. Вы сможете улучшить свои жилищные условия. Ваши близкие будут счастливы. Юпитер также дарит вам возможность купить недвижимость. Построить дом и сделать ремонт. Ваши родители будут гордиться вами. Они будут вам помогать и будут рады вашим успехам. Вы будете знать, что у вас есть надежный тыл и будете уверены в будущем. Рыбы. Юпитер, планета удачи, заходит в ваш сектор обучения и коммуникаций. Это значит, что вас ждет год новых знаний и возможностей. Вы сможете улучшить свои навыки и будете успешны во всех своих начинаниях. Юпитер также дарит вам возможность получить образование и выучить новый язык. Путешествовать по миру. Вы будете общаться с интересными людьми и сможете завести полезные знакомства. Друзья, у меня простая просьба. Если данное видео полезно для вас, не поленитесь нажать кнопочку «Нравится», оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Жду вас завтра на канале «Шито-крыто».